Загадочное заглавие – это цитаты из исследования ужаса Леонида Липавского. Я о нем буду рассказывать немножко, не только о нем. Липавский, который совсем молодым, 17 лет, опубликовал в «Альманахе цех поэтов» диалогическую поэму, в которой описывается человек, выплеснутый на эту цитату, выплеснутый временным прибоем на случайный берег и наблюдающий, как на океане поднимаются волны. А мотив воды здесь развивается параллельно со штампами эпохи Серебряного века, темами постоянного рождения мира, времени без направления, мифа вечного возвращения и так далее, и так далее. А чуть более 10 лет позже в исследовании ужаса того же Липавского возникает образ воды, ставшей твердой, как камень, плотной жидкостью, которая замыкается над человеком. Хотел задать вопрос, что к этому привело. Идея о том, что жизнь представляет собой вечный непрерывный поток в противоположность разуму, который способен воспринимать только то, что неподвижно и поддается разграничению, очевидно, восходит к метафизике становления Бергсона и в особенности к его очень популярной в то время творческой эволюции. Из этой концепции мира и времени, как мы увидим, вытекают очень многие поэтические принципы эпохи символизма, и в особенности идея о необходимости создания языка, адекватного для постижения этого вечного потока во всей его целостности. Заходит ли речь о музыкальности Бальмонта, для которого из воды возникает гармония слов, стихотворение его, или о зауме футуристов, мы присутствуем при поисках поэтического слова, способного постичь этот вечный поток мира. И в этом контексте эволюция метафора воды и текучести от диалогической поэмы к исследованию ужаса очень выразительна. Среди многочисленных писателей, у которых присутствует эта тематика, надо отвести особое место Михаилу Гершензону и его очерку «Гольфстрем», опубликованному в 1922 году, и посвященному философским фрагментам Гераклита. В предисловии к этому тексту, я не знаю, как слышно это, да? В предисловии к этому тексту Гершензон обращает внимание на то, что существует как бы некая перманентность человеческого сознания с тех пор, как оно вышло из мрака и безмолвия. Да? К этому мы вернемся. «Первобытная мудрость», цитата, «была как мутный комок протоплазмы, кишащей жизнями, и в глубинах человеческого сознания, по его словам, зародились вечные течения, текущие от пращуров до нас и дальше в будущее». Основная идея учения Гераклита, которая интересует Гершензона, заключается в утверждении, что в мире все течет, ничто не пребывает, и существо, которое оказывается в этом мире, находится в постоянном становлении. Есть, говорит он еще, есть чистое космическое движение, которое Гераклит условно называет огнем, и все существующее – это лишь переходное состояние, изменение этого огня до абсолютного холода, который является ничем иным, как отсутствием движения, остылость. Да? И не только в мире, но в каждом человеке постоянно совершаются два противоречивых процесса, от горячего к холодному и от холодного к горячему, откуда вытекает идея непрерывного движения. Этот процесс предполагает три состояния по Гераклиту, в пересказании Гершензона, да? Это газообразной, жидкой и твердой. Жизнь таким образом представляет собой непрерывный переход от одного состояния к другому, от огня к воде и от воды к твердым телам. И наоборот, что очень важно для жизни. Да? Эти три состояния не пребывают ни мгновения, но непрерывно переходят одно в другое путем того, что называют сгущение или разрежение. Отсюда идея Гераклита, по которой в средней стадии
то есть между газообразным и твердым состоянием, в воде рождается жизнь. При этом необходимо сохранить в себе первоначальное тепло души и не дать ей остыть или, как он говорит, отвердеть. Такие идеи прочно вошли в сознание эпохи с наиболее выразительными последствиями в философском плане. Это особенно верно в отношении категории времени, уже потому, что проходящее время можно представить как воду текущей реки. И вообще вот у того же Липавского есть такая идея, что вода и время – это синонимы почти. Он пишет так, это в трактате о воде. Заметьте, по преданиям мертвецов перевозили через темную воду. Конечно, мы бы сказали теперь время, а тогда говорили вода. Да? И в этом континууме времени события представляют собой перерыв, как бы необходимы для чувственного восприятия времени. События, как философская категория, это остановка времени, возможно, иллюзорная, но другими словами, попытку отвердевания его жидкой массы. Но это еще не все. Последствия равной степени важны и для языка, в котором слово играет сопоставимую с ролью события в течение времени. Такие идеи мы находим в теории слов того же Липавского, трактат 35 года, который утверждает, что история значений начался простым дыханием и закончится миром твердых тел. И между этими двумя фазами есть первая фаза истории языка, которую Липавский описывает как проекция на жидкость, что отчасти напоминает приведенную Гершензоном дыхательную трилогию Гераклита, да, в которой жидкое состояние расположено между газообразным и твердым состоянием. Липавский подчеркивает, что следы этого момента, как мы все знаем, да, следы мы находим в современном языке, начиная с пары речь река, в таких выражениях, как плавная текучая речь, или в временных оборотах, как в течение времени и так далее. Но только впоследствии язык будет развиваться в структурирующие грамматические отношения. Но становится понятно, что интерес Липавского обращен к предшествующему состоянию языка, соответствующему времени до разделения мира на предметы, значит, на события и так далее, и так далее. И таким образом история значений – это история постепенного сжимания семантического поля слова, сопровождающего разделение мира разумом, и этот процесс Липавский отчетливо ассоциируется с процессом отвердевания. Первоначально жидкое состояние поэтому соответствует определению, которое можно было бы дать заумной поэзии, и это не я придумываю, даже при всех желаниях, но это эту связь между текучестью и абстрактной поэзией, заумью, прочно установил поэт Александр Туфанов, творчество которого представляет собой как бы переход от символистской поэзии к радикальной зауме в середине 20-х годов. Поэт впервые говорит о текучести в статье, программной статье 18 года о жизни и поэзии, в которой он заимствует у Бергсона представление о жизни как о некой непрерывностью, недоступной для разума. И именно такое представление о мире, в котором все течет, лежит в основе его эстетических теорий. Начиная с этого момента, Туфанов говорит о текучести как о поэтическом принципе. Например, в следующие годы, даже маниакально пишет об этом, он такой странный графоман почти, да, надо сказать, но очень важная фигура, малоизвестная. Но, например, в 1923 году, то есть через год после диалогической поэмы Липавского, через два года после «Гольфстрим» Гершензоном, он возвращается к тезисам Бергсона, на этот раз открыто связывая их с учением Гераклита. Он, цитата, да? «Жизнь есть с купюрами. Жизнь есть нечто становящееся, творящее вечно новое, огнезарные верхи, в которых душа нового человека чувствует себя уже влажной, как в майское утро возврата
к вечной юности. Все течет, говорил еще древний Гераклит, жизнь не знает возврата к прошлому, она подобна океану, она подобна гольфстрему, как поток, нет в ней ни прошлого, ни будущего, а есть одна прекрасная мгновенность, умирающая и воскресающая бесконечно. И именно этот текучий мир без предметов, без событий, по идее, да, должна постигать поэзия. И только поэзия без предмета, беспредметная поэзия, но значит без образов, в языке Туфанова он это называет безобразная поэзия, может этого достигнуть. Остальное – это все слова ярлыки, как он говорит. И словами ярликими человек пытается остановить текучую действительность, но эти слова, продукты разума, они противоречат самой идее текучести мира и являются жалкими попытками остановить это вечное движение. Поэтому для того, чтобы воспроизвести этот большой поток мира, нужно писать текуче. И как раз в то время, когда Туфанов ведет это размышление, он создает в Ленинграде орден заумников, в который вошли Хармс и Веденский. И будущие абериуты представляют собой уже следующее поколение, поэтическое поколение, поколение их друга Липавского, поколение, которое узнает воду твердую, как камень. В 30-м году Хармс заявляет, что новая человеческая мысль стала текучей, и что он хоть и один, а пишет текуче. Да? Мотив текучести у него присутствует в разных произведениях, в разное время, ну, например, в диалогическом поэме, так называется, «Вода и Хню» 31-го года, в котором Хню спрашивает: «Куда-куда спешишь ты, вода?» А вода отвечает: «Налево, там за поворотом стоит беседка, в беседке барышня сидит» и так далее. Описывает сцену. И вот это примечательно, что вода, которая о себе говорит, когда придумывает слова, как, например, «пятками» для рифмы с «фятками» или в конце поэмы «жир-жир, лю-лю-лю, жур-жур» и так далее, она говорит, что говорит по-водяному. Да? Она и поэтому она способна рассказывать Хню о том, что происходит за поворотом, то есть то, чего не видно с места, где происходит разговор. И только вода наделена даром вездесущности, она может говорить здесь о том, что происходит там. Она находится одновременно у истока и у устья, потому что она текучая. Текучесть воды – это ее ведение. И все говорение, можно сказать. Да? Эта идея присутствует тоже в романе Германа Хесса «Сиддхарта», который вышел по-русски под заглавием «Тропа мудрости» в 24-м году. Вот это все те же начала просто 20-х годов. Где на берегу реки герой находит священное слово «Ом» и понимает, что в тайной жизни можно проникнуть через воды реки. Цитата. «Эта вода текла и текла, она текла безостановочно, и все же всегда было тут. Всегда, во всякое время было такое же, хотя каждую минуту было новое». То есть Сиддхарта здесь осознает, что для воды реки не существует времени, что река, это цитата опять, «одновременно находится в разных местах, у своего источника, и у устья, у водопада, у перевоза, у порога, в море, в горах, везде в одно и то же время». И эта идея присутствует у Хармса, как у Хесса, идея тесно связана с идеей трансцендентности и нахождения нового языка, заумного. «Ом» – это, может быть, такое самое заумное слово получается. Однако, если проследить историю этой тематики, мы замечаем, что неожиданно вода прекращает течь. В 1937 году, в самом мрачном в жизни Хармса и, можно сказать, страны, Хармс пишет: «Я плавно думать не могу, мешает страх. Страх уничтожает текучесть мысли, и этот кризис текучести логически становится кризисом времени и кризисом слова». Идея, которая находится в центре второй части этого стихотворения, в которой время остановилось, и часы бесконечно издают звук, уже не указывающий на время.
Остановилось время, часы бесконечно стучат, расти трава, тебе не надо время. Дух Божий говорит, тебе не надо слов. В 30-е годы это вода, с помощью которой можно было раньше увидеть то, что происходит за поворотом, больше не способна помочь поэту. Чаще всего вода у него становится метафорой убегающего мира, или она стоячая, скорее, как мы уже видели сегодня утром, заточает человека. Мы находим эти идеи и в исследовании ужаса Липавского. И для того, чтобы объяснить первый возможный пример растекания мира, да, философ обращается к ситуации, в которой у нас кружится голова, у него такая главка об головокружении. По своей природе головокружение есть, как он пишет, ощущение движения без ощущения направления этого движения. И это то, что происходит с пьяным человеком, который видит, как стены плывут перед глазами и теряют свои очертания. Реальный мир превращается в жидкое состояние, и в этом процессе, который Липавский описывает как неподвижное движение, очертания предметы пропадают. Туфанов описывал то же самое на самом деле, да? Но то, там, где он видел стирание очертания предмета, необходимые условия текучего восприятия этого мира и текучего манеры письма, да, а у Липавского, наоборот, мир становится неуловимым. Из-за этого, вместо того, чтобы поддаться восприятию, он теряет свою определенность смазыванием очертаний и ускользает в абсолютную пустоту. Он пишет: «Мир был зажат в кулак, но пальцы обессилели, и мир, прежде сжатый в твердый комок, пополз, потек, стал растекаться и терять определенность». То есть мы уже сталкивались с парадоксом остановленного движения, теперь перед нами парадокс действительности, которая, превращаясь в жидкость, затвердевает. И это уже время ужаса. Он, ужас, механизм которого Липавский подробно описывает, вызван как конкретными явлениями повседневной жизни, всякими секретами, так, ну, то, что течет, в общем, ну и особенным отношением ко времени. Это основополагающий ужас на самом деле двойственный. С одной стороны, это страх по отношению к разлитой жизни, который объясняет страх перед кровью. С другой стороны, это страх перед определенной самостоятельностью материи, ну, который, например, как он говорит, объясняет страх ребенка при виде желе, дрожащего на блюдечке. Но в обоих случаях ужас вызван однородностью материи. Ужас темноты – то же самое, однородность. И среди этих разных секретий, немножко гадких, которые он перечисляет, он называет тоже протоплазму. Протоплазма, если помните, для Гершензона – это образ первобытной мудрости, кишащей жизнями, откуда к нам текут эти вечные потоки голдстрема ума, а у него они, вот это протоплазма, это из тех омерзительных субстанций, которые вызывают ужас. Итак, ужас рождается от однородности жидкого элемента. Поскольку метафора текущей воды описывает, отсылает ко времени, то эта однородность есть однородность вечности, той вечности, которая представляет собой ничто иное, как отсутствие времени. Неподвижная вечность – компактная масса, поскольку она не содержит события. Когда он описывает особый страх после полуденных часов, Липавский показывает, что он имеет в виду именно страх о остановившемся времени. Это лучший пассаж, по-моему, исследования ужаса, цитирую чуть-чуть. «Время готовится остановиться, день наливается для вас свинцом, каталепсия времени, Боже мой, какая запустела неподвижность! Как же я не замечал до сих пор, что в мире ничего не происходит и не может произойти, он был таким и прежде, и будет во веки веков». И даже нет ни сейчас, ни прежде, ни во веки веков. То есть понятно, что вот то, что Туфанов описывал как
прекрасную мгновенность, да, вот огромное такое настоящее, без будущего, без прошлого, у него это самое страшное, вот этот нулевой момент здесь и сейчас, который вот показывает только, как мир затвердевает в вечной неподвижности. И именно после описания этой каталепсии времени Липавский помещает главку, озаглавленную «Вода твердая, как камень», в первые строки которой таковы: «Да, вы попали в стоячую воду. Это сплошная вода, которая смыкается над головой, как камень. Слитный мир, без промежутков, без пор. В нем нет времени, невозможно существовать индивидуальности». То есть мы видим пройденный путь 20-х годов. Да? Еще в 20-е годы именно однородность воды позволяла ей течь, а реке находиться одновременно везде, и таким образом познать вечность в один миг, да, в прекрасной мгновенности, а через 10 лет речь идет об однородности, знакомой утопленнику. Есть такой образ у Веденского. Образ воды, ставшей твердой, как камень, окружающий человека, приговоренного к неподвижной вечности, и значит, к безмолвию, да, лежит в основе метафизического ужаса, который описывает Липавский в своем трактате. Конечно, последствия разные, они метафорические, это затвердевшая вода, они философские, это остановка времени, но они в равной степени затрагивают и поэтическое слово, которое уже не способно выразить своей текучестью вечное обновление мира. В языке Липавского это соответствует такому состоянию, при котором слова находятся уже не в стадии проекции на жидкость, они также перешли в твердое состояние. Ну, слова ярлыки, как говорил Туфанов. Трагическое измерение образа отвердевшей воды очевидно, то есть остановившееся время и ужасная вечность, которая это предполагает, мы встречаем у всех чинарей. Это Веденский, который описывает смерть как остановка времени в серой тетради, это Липавский, Друзкин, Яков Друзкин в «Признаках вечности» говорит о неподвижном времени, это пустота и смерть, время есть, но не проходит, цитата. С этой точки зрения неудивительны самые последние строки Веденского перед совсем незадолго до трагической смерти его, в которых отчетливо ощущается это предчувствие остановки времени. Это в поэме «Где и когда», вот это тоже о времени, да, 41-го года, где поэт прощается с водой, которая здесь рифмуется с бедой. «Прощай, вода, бегут почтовые гонцы, бежит судьба, бежит беда». Да? И говорит здесь сам поэт, прощающийся с этим мирозданием, которое он прославлял в своих стихах. Это природа, в основном деревья, лес, звезды, птицы, трава. Опять трава. Тут можно сделать конференцию про траву, наверное. И, конечно, река. «Я приходил к тебе, река, но как Сиддхартха, только другой происходит. Прощай, река, дрожит рука, ты вся блестела, вся текла, и я стоял перед тобой в кафтан одетый из стекла и слушаю твой речной прибой». Затем прощание с морем, которое далеко от места, где выходит поэт из воды. Ну, все, и все на море далеко, и все от моря далеко. И вот, ну, поэт вышел на берег, совершает самоубийство здесь, и уже мир прощается с ним, в том числе и камни. Характерные черты, которых противоположны характеристике река. Если река – это символ, ну, здесь я говорю, конечно, есть другие объяснения, но если река – это символ постоянного движения, ведущего к морю, то камень остается неподвижным вдали от моря. Если река – это образ времени, который протекает в вечности, то камень – это образ остановившегося времени. И, наконец, если река – это метафора всеобъемлющего слова поэтического, то камень логически ассоциируется с безмолвием. И в молчании они дают понять самоубийце, который уже цепенеет, что наступил конец времени. «Скалы и камни не сдвинулись с места, они молчанием и умолчанием и отсутствием звука внушали и нам, и вам, и ему. Спи, прощай, пришел конец, за тобой пришел гонец, он пришел последний час». А река устремляется вдаль и оставляет поэта каменец на берегу.
Что он сделает реке? Ничего, он каменеет. Хотел просто показать, что если серебряный век, очевидно, был веком текучести, здесь мы перешли уже к каменному веку, окаменелость поэта, времени и поэтического слова. И я превращусь теперь в камень. Спасибо. Интересно, эти концепции Епифанова и Любавского как-то связаны с концепцией потока сознания Джемса? И более того, с идеей реки как явления не столько присущего субстанции жидкости, сколько субстанции гравитации, потому что все реки текут сверху вниз. И сама вода не несет в себе идеи потока. На самом деле очень важная у них идея, у всех, двунаправленного времени, да? Это значит вниз по течению, и, наверное, надо вспомнить, что вода не остается в море, но по кругу идет обратно к истокам. Так что это как раз то, что вниз или не вниз, не важно здесь. Потому что в конце концов образовывается ноль, это значит круг, который является самой совершенной фигурой, как это писал Хармс. Тогда, раньше, до воды, твердой как камень. Скажите, пожалуйста, а почему, с вашей точки зрения, вызывает ужас дрожащее жилье? Это у меня не вызывает особого страха, на самом деле. Внутри этой описанной системы, это просто, во-первых, это масса однородная, и вот эта идея, что она живет своей жизнью самостоятельно. Это очень важно у Липавского, это самостоятельность жизни. Вот кровь, которая, когда стекается, да, это как бы она освободилась и живет своей жизнью тоже. И желе то же самое, лежит на блюде. У него тоже такой момент, где эротический, да, вот что то есть у женщины вот есть самостоятельные, извините, да, части тела, которые вызывают желание, да. И поэтому, говорит он, у маленькой девочки нет такого, да, а только у взрослых. Это тоже это самостоятельность жизни, которая вызывает ужас, и ужас это, ну, ужас как тоже плюс и минус, понимаете, тоже. Потому что ужас это... На самом деле это ужас, это страх перед... страх пустоты, который может окажется, когда определяешь предметы, я бы сказал, да? Когда узнаешь, что происходит в момент смерти, да? Как пишет Веденский, у каждого есть свой момент смерти, когда человек узнает все. Ну, как Мышкин описывает приговоренного к смертной казни, говорит, он все знает в этот момент. Ну, в этот момент. Ну, может быть, он знает, но не может об этом сообщить, и даже, может быть, не успел узнать. Но это ужас нарисовывается на его лице, да? А может быть, в этот момент, если вдруг он увидел, что есть загробная жизнь, есть такая вечность, да? Такая вечность, но только тогда можно узнать. Так что есть ужас, это вот ужас перед этим моментом. А после этого или все хорошо, но тогда утопическое мышление, да, начало века, скажем, или ничего нет. И тогда это уже эсхатологический момент, где ничего не существует, потому что нет деления времени и так далее, и так далее. Все эти моменты, они парадоксальны и могут, да, они могут трактоваться как по-разному и наоборот. Ну, растекание мира, как мир становится твердым, да, вода становится твердой и так далее, и так далее. То есть вечность – это хорошо, но если в вечности нет событий, мы не ощущаем, мы не можем ее познать, что такое вечность. Если она время, тогда не останавливается никогда, да? Это самое главное. Но вот это, потом риск, конечно, это раздробление времени до бесконечного, и тогда ни одного момента твоей жизни не связано с другими. Получается полный абсурд. И тогда вот это как раз предэкзистенциальная экзистенциалистская литература 30-х годов, конца 30-х годов. Это не только в России, это не только из-за Сталина, это вообще литературный процесс, который во Франции тоже наблюдается, и особенно сильно в тех странах, где был сильный авангард, можно сказать.
Спасибо. Да, я хотела продолжить, почему я зацепилась за это желе? Почему оно меня зацепило? Показалось, опровергните меня, если это не так, что желе – это предчувствие или предвкушение смерти, как затвердевание. Это промежуточная стадия между жидкостью и камнем. И такой яркий образ, который возникает у Любавского, он как-то очень эмблематично запечатлевается в сознании. Не связано ли это вот с этой линией трансформации одного состояния в другое? Yeah. Поскольку есть возможность зафиксировать вот это переходное состояние, которое уже не жизнь, но вот еще не смерть, но уж точно к нему придвигается, не связано ли экзистенциально это вот с этим ощущением? Но это ключевой момент, вот этот промежуточное время. Это, если вы читали, наверное, все «Старуху» Хамса, да? Это то, что это ненависть к старухам и к зародишам, да? Это как раз то, что вокруг этого момента смерти, и это промежуточное состояние, когда человек как бы умер, но еще двигается по полу, да, ползет по полу. Это страшная смерть, потому что неизвестно такая. Промежуточный момент это как раз то, что он пытается зафиксировать. Но тоже есть такой текст у Хамса, когда есть такое выражение «лови момент», да, я Заболоцкий пытался это ловить момент, но не удается. Все они пытаются ловить момент и читают раз, два, три, и ничего не произошло. Да? И тогда это как раз вот то, что что-то вот сейчас будет, да, это как бы ожидание возвышенного. А если ничего не происходит, ничего не произошло. Вот. Это конец возвышенного, значит, начало ужаса. Простите, Жан-Филипп, я по ревнивости не помню. Перечисление, кто чего не любит, это в разговорах, и чего там не любит Хармс, что чего-то именно такого, слизкого и какой-то слизи и так далее. В разговоры, наверное. Ну, у него в дневнике тоже у него. Что? В дневнике у него тоже. Потому что в разговорах тоже есть такой, такая реплика, что когда родился, он был в виде икры, да, что он прилипел к стене, и что вот это же масса такая неопределенная, промежуточная.